Урок второй. Б. Номер один. География. Норильск – город на севере страны. Там очень холодно. Температура часто минус 30. Зимой там солнце не светит. Москва – столица страны. В городе река Москва. В центре города Кремль. Санкт-Петербург на западе страны. Недалеко от Санкт-Петербурга море. В городе река Нева и каналы. Кремля в Санкт-Петербурге нет. Новгород недалеко от Санкт-Петербурга, на реке Волхов и на озере Ильмень. В Новгороде тоже есть Кремль, как и в Москве. Владивосток – город на море, на востоке страны. Во Владивостоке – порт. Река Волга течет на юг, в море. Город Волгоград на реке Волга. Кавказ – на юге страны. На Кавказе есть курорт – Сочи. Сочи – на море. А что это? Это бухта-бабушка на озере Байкал.